наливали масло. А спали они, помните, я вам рассказывала, на канах, да, то есть от очага камни были такие каны, залитые глиной. То есть они всегда были теплые, раз очаг всегда горел. И вот ставили этот прикроватный столик на эти лежанки, на которых они занимались домашними делами, и спали. То есть вот романтика средневековая, да, с аромой, с подсветкой.